Всем привет, бандиты, с вами Осич, и в этом видео ты увидишь, как за одну минуту я тебе расскажу, как посмотреть рекламу в FIFA Mobile, подключиться к серверам и получать дополнительные награды, потому что многие не знают, как посмотреть рекламу, действительно, вопросы мне задавались, и, кстати, вот новые подписчики моего телеграм-канала, так что подписывайся обязательно, и твое имя будет тут в следующем ролике. Кстати, там сейчас розыгрыш звездного абика, так что подписывайтесь. Let's go, погнали. И что ж, давайте с вами приступим к нашему способу. В первую очередь, это самая простая вещь, которая может у нас с вами быть. Заходим с вами в FIFA. Слышим тот замечательный голос автора, который говорит eSport, what's in the game. Заходим с вами в раздел Тотти. Одну рекламку я уже посмотрел, просто чтобы точно убедиться, что это способ рабочий. Поэтому у нас с вами сейчас одной рекламки уже не будет. Мы с вами заходим и видим, что у нас с вами... Давайте прогружать FIFA, заходим в Тотти, видим, что у нас с вами недоступна реклама, потому что мы с вами находимся в том регионе, который не дает рекламу нам смотреть. Мы такие, блин, а что так-то, что делать тогда? А мы с вами берем, выходим, заходим в любой VPN. Рекламы для этого, конечно, никакой не будет. Это вот этот VPN, я не буду произносить его название. Подключаемся к серверу VPN, мы такие, вау, круто. Подключились, заходим на минутку, смотрим, такие, блин, до сих пор недоступно нифига. Мы такие, а что нам делать? С вами сейчас 38 минут, просто ждем ровно минуту. Нам даже выходить из приложения не пришлось, прошла у нас с вами минута. И вот все, нажимаем с вами. То есть никакие перезапуски приложения, вообще ничего не пришлось делать, просто минуту сидели на VPN. И вот наша с вами реклама доступна. Так что прошло меньше минуты в целом времени от момента, как мы запустили VPN, и момента, как мы смотрим рекламу. Вот такой вот видеоролик, обязательно подписывайся на телеграм-канал, там розыгрыш. На второй мой YouTube-канал, там много скетчей будет смешных. Всем обнял, поднял, до новых видео.